Переходим на широчайшую мышцу спины, то есть это тоже отдел спины, мы будем катать чуть позади подмышечной ямки. Сегодня я вас раскатаю. Устанавливаем ролик ниже подмышечной ямки, то есть не таким образом, а именно вот сюда. И прокатывающие движения делаем следующие. То есть мы даем опору на локоть, ноги именно в такой расстановке, чтобы можно было, если что, приподняться, если сильно больно. Делаем следующее движение. Руку выпрямляем и толкаемся ногой вперед, назад. Мы катаем как бы ребра. Что касается самой мышцы, то есть это те самые мышцы крылья. То есть если вы руку поднимете, и вот крылья – это и широчайшая мышца, которая ниже подмышки. Вот ее и надо прокатать. Места крепления возле позвоночника мы отработали, когда катали поясницу и среднюю часть спины. Вот. И таким образом руку выпрямляем и саму мышцу прокатываем вплоть до задней поверхности плеча. По сути, на лопатку даже переходим, но не закатываемся в саму подмышку. Вперед, назад. Желательно здесь откатать до уменьшения болезненных ощущений. Дыхание можете здесь легко задерживать, для того, чтобы не продавил ролик грудную клетку. По ребрам немножко будет больновато катать, но также вы здесь еще отработаете зубчатую мышцу, которая стабилизирует лопатки. Если у вас торчат лопатки, это вам частично поможет избавиться от этого.